Карина, что для тебя значит любовь? Окей, cum se spune, unde dragoste nu e, nimic nu e. Pentru mine dragostea mai întâi de toate înseamnă fapte, dedicație și nu contează dacă vorbim de relația cu partenerul sau de job. Deci tot ce facem trebuie să fie cu dragoste. Для меня же любовь – это, в первую очередь, любовь к нашим зрителям и читателям. И именно поэтому мы сегодня с коллегами подготовили небольшие сюрпризы нашим читателям, а также жителям Кишинева. Но не просто так. Естественно, мы спросим у людей, что для них значит этот праздник и что они хотят передать своим вторым половинкам. Ну что, я думаю, Карина, ты на румынском, я на русском, и мы поехали работать. Да. Să vedem care este dispoziția moldovenilor de ziua îndrăgostiților. Для вас этот праздник что значит? Это любовь. Любовь в семье, любовь мужа, детей, любовь в стране. Скажите, а что бы вы хотели сказать тем, кого вы любите? Кого я люблю? Чтобы любовь всегда была с нами, а мы с ней. Мы тоже любим, наше издание любит наших читателей и зрителей, поэтому мы хотим вам подарить небольшую валентинку, если вы не против. Это для вас. Для вас! День Святого Валентина что значит? День влюбленных, день, когда можно проявить свои чувства. Вы каждый год празднуете? Нет, к сожалению, но хочется. Кто-то уже проявлял к вам, по отношению к вам свои чувства, или вы кому-то сегодня? Конечно. Как это было? Расскажите, пожалуйста. Это было великолепно, так как это чувство проявляется и показывается любимому человеку. Что бы вы хотели сказать своей второй половинке сейчас вот на камеру? Знай, что я буду рядом. Для вас вот 14 февраля что значит? День влюбленных, когда можно проявить свои чувства, показать любовь. Во-первых, это тебе. От нашей редакции Валентинка. Заходи и читай нас как можно чаще, потому что у нас вся самая честная правда о любви к нашей стране. Что для тебя есть любовь? Наверное, взаимопонимание, прислушиваться к друг другу и доверять. Что бы ты хотел сказать своему любимому человеку, вот глядя в эту камеру, ну или на меня? Наверное, никогда ничего не бойся, у тебя все получится, и если надо будет, то я буду рядом. Да, я маме купила. Для вас этот праздник что значит? Ну, я чувствую любовь по-особому, и мне хочется дарить еще больше любви всем, которые меня окружают. Те, что факут по наичи, а сей факут один драгости, Dumnezeu, bineînțeles. Și noi trebuie să o ducem până cu dragoste împreună cu soția, cu tăția. Da. De mulți sunteți împreună? Da, avem 35 de ani avem de când împreună. Suntem mulțumiți. Dragostea ne ține, numai dragoste. Дар широб, дар отрезчивый. Любовь витает в воздухе, поется в известной песне. Сегодня и на улицах столицы поют только о любви. Sentimentele față de o fată și un băiat. Și prin muzică poți să exprimi iubirea prin, nu știu, prin cuvintele care le exprimi prin muzică. Не забывайте дарить немного любви хвостикам, которые ищут свой дом. Кстати, домашние зверьки всегда любят вас безвозмездно и не просят за это подарков. Мы часто донатим вам.